Паравдес Болурин, Сирили Хаер. Я сегодня из нашей армянской апостольской церкви. У нас такая потрясающая встреча с Каро. И я хочу вас обязательно познакомить с этим потрясающим нашим земляком-армянином Кароджан. Паравдес. Друзья, сегодня, дорогие земляки, сегодня у нас, вы знаете, в нашей армянской апостольской церкви воскресная потрясающая служба, литургия во главе с Тер-Арташесом. И она произошла, и потом у нас было, как всегда, духовное общение и человеческое общение в нашей трапезной потрясающей. Но, как оказалось, сегодня у невесты Каро, нашего прекрасного, замечательного земляка и спортсмена, об этом мы дальше расскажем, сегодня Кристины Уяны. Да, и семья, ваша семья пригласила нас поприсутствовать, и это, конечно, отдельная история. Но я хочу вас познакомить с нашим Каро в первую очередь. Молодым, замечательным, потрясающим спортсменом. И, как я уже сказал, Каро, человеком пахнет. Кароджан, во-первых, вы должны знать это имя. Это Каро Марандян, наш замечательный армянский дзюдоист, живущий в Украине, выступающий за Украину и прославляющий не только Украину, но и Армению. Потому что, по сути своей, ты армянин, да? Конечно. Кароджан, ты чемпион Европы. Да, призер Кубков Европы, призер Кубков Мира, чемпион Украины. Вы поняли? Нашему дорогому земляку Размику Тунаяну мы передаем привет. Большой потому что привет, Размик был первый дзюдоист, с которым я познакомился. И парень, который произвел, этот человек-машина, произвел впечатление. У него есть дальнейшее продвижение карьеры и так далее. Я хочу, чтобы вы знали наших земляков-армян, талантливых, потрясающих. Мы знакомим их с вами всегда и вас с ними. Это не только спорт, знаешь, это творчество, Кароджан. У нас потрясающие просто ребята, и поэтому я очень рад, что именно у нас сегодня такая встреча. Скажи, какие ближайшие планы? Ты тренируешься в Конче Заспе? В основном я тренируюсь, да, проводятся сборы на олимпийской базе, но большее время я тренируюсь в своем городе, в городе Кременчуг, я сам с Кременчуга, скажем так. Mm-hmm. Но, да, в остальное время мы тренируемся в Конче Заспе, мы тренируемся на других сборах за границей, также в Украине. Проводим соревнования также не только в Украине, но и в основном за границей. Да, по всему миру. Какие ближайшие планы? Потому что, имея такие титулы, у тебя есть амбиции чемпиона мира. Я, знаешь, я еще ж параллельно по совместительству тренер по ушу, деток тренирую. И что такое спортивные амбиции, знаю, хотя на мега-больших соревнованиях особо не выступал. Но когда вижу профессиональных спортсменов, понимаю, что у вас мышление такое очень глобальное. Что с чемпионата мира? Какие ближайшие у тебя планы, цели? Ну, сейчас, скажем так, тоже сбор у нас кончится за спиной олимпийской базе. Это, скажем так, наш второй дом. Мы там очень много живем, очень много тренируемся. Также потом будем проводить сборы за границей. И на лето запланировано одни соревнования за границей. Это тоже континентальный кубок, скажем так, кубок мира получается. Ну и все. И, скажем так, будем уже с осени готовиться к другим стартам. Очень круто. Кто не в курсе, в Конче Заспе по вольной борьбе, по греко-римской борьбе, да, тренируют потрясающие армянские тренера. Это очень-очень важно. Армен Варданян, да, старший тренер тоже, мы недавно были знакомы, он приезжал в нашу церковь. Присоединяйтесь, поддерживайте наших спортсменов. Ну и что, в ближайшее время в твоей жизни прекрасные изменения будут, брат? Ну да. Это личное, очень личное. Это личное, да. Да. Поздравляем. Всех влюбленных и женатиков поздравляем. Знаете наших, присоединяйтесь. Кароджан. Я очень рад, что у нас есть такие потрясающие земляки. Будь мой орач. Болейте, сопереживайте, поддерживайте обязательно Каро. Ну а мы будем вас информировать по мере возможности. Орач и только орач и капи меч. Спасибо.